Приветствую вас, друзья! В этом видео я продемонстрирую такую практику, ритуал, который называется «Остуда на соперницу». Суть этого обряда в том, чтобы охладить страсть между любовниками, между соперницей или соперником и вашим любимым человеком. Этот обряд не привязан к лунной фазе, но делать его нужно в вечернее время до захода солнца. Итак, что нам понадобится? А понадобится нам фотография вашей соперницы. Если нет фотографии, можно использовать листок бумаги, на котором нужно написать имя вашей соперницы. Понадобится тонкая свеча и понадобится нож. Можно использовать обычный кухонный нож. Итак, что мы делаем? Зажигаем свечу. Зажигаем. И начинаем воском закапывать. Если работаете с фотографией, то нужно закапывать глаза соперницы. Потому что глаза — это источник так называемого внутреннего огня, источник страсти. Если работаем с листком бумаги, на котором написано имя соперницы, то просто нужно закапать вот это имя. Вот закапать его воском. Ну, стараться сделать это полностью. Вот, как только закапали глаза или имя, берем нож и лезвием ножа нужно потушить эту свечу. То есть берем и тушим. А затем свечу вот таким вот образом ложим на фотографию и произносим такой заговор. Как этот огонь потух, так и страсть остынь. А ты, называйте имя соперницы, из жизни моей сгинь истинно. И после этого отрезаете свечу под самый фитилек. Вот таким вот образом. Отрезали, все. Так вот не получилось с первого раза, но неважно. Отрезали и свечу откладываете. А вот эту фотографию или листок бумаги нужно свернуть произвольным образом, скомкать. И обязательно нужно в этот же день ее сжечь на улице. И вот когда вы ее сожгете, подожгете, когда она сгорит и потухнет, на это место нужно наступить левой ногой и произнести тот же самый заговор. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной. Всем желаю всех благ, любви и до новых встреч.